Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире? Нет, в записи. Нет, вы в прямом эфире сейчас. Нет, я не в прямом эфире. Вас 500 человек смотрит на вас. О чем вы общаетесь? Ну, это я заранее предупредил, если что. А, я понял. А вы что обсуждаете здесь в рулетке? Какие темы? Я науку, технологии, такие инновации. Ну, что вы можете сказать по инновациям сегодня? Что вас впечатлило за последнее время? Последнее время, но это, конечно же, сети, нейросети, искусственный интеллект. Как вы думаете, искусственный интеллект это полезно для человечества или все-таки это слишком рано? Нет, я все-таки думаю, что люди немножко где-то деградировать могут еще больше из-за этого искусственного интеллекта, но с другой стороны, это полезно как бы. А в чем деградация может произойти? Вот что может произойти от искусственного интеллекта? Ну, людей будет меньше, скажем, талантливых, может быть. В плане творчества, я думаю, пострадают люди. То есть деградация пойдет. Люди перестанут делать что-то? Все будут делать через искусственный интеллект? Ну, а может, даже положительно влияет. Может, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. То есть, может, люди еще круче будут делать. Давайте мыслить позитивно. Понял. Ну а как вы думаете, что нужно делать человечеству на данный момент? Вот нужно объединяться или все-таки нужно опять убирать границы, делать так, чтобы каждая страна была в отдельности жила и толкала цивилизацию вперед? Как лучше? Вы плавно переходите в политику, да, я понял? Да, постепенно. Понятно. На этот счет я не могу ничего сказать, типа объединяться людям или разделяться. Не знаю, трудно сказать. Нужно быть просто человеком, и все. А что такое человек? Понимать, это же, в принципе, вы... красивые слова. Ведь можно один человек понимает, что человек это тот... По-людски относиться по-людски друг к другу, и все. А при социуме, да, когда человек сталкивается один с другим, как правильнее жить? По понятиям, по закону, по правилам каким-то или все-таки на правах сильного? По-людски. А по-людски это как? Ну, это что-то между по закону, по понятиям. И что еще раз последнее было? Ну, на праве сильного. Кто сильнее, тот и прав. Маленько. Понятно. Нет. А вы можете мне назвать страну, которая живет по-людски, и при этом это считается страна очень успешная, ну и так далее? Я думаю, в каждой стране хватает всякого. А вы знаете какую-нибудь страну, чтобы там все было идеально? Нет, мы же не говорим про идеальные страны. Мы говорим о системе управления страной. А, чтобы между людьми, да, было? Вот это? Между людьми, между странами, между государствами и так далее. Блин, ну я думаю, каждая страна, она же делится на слои общества, как бы. Вот, и среди интеллектуальных людей, скажем, интеллигентных, чаще встречаются вот такие вот, ну, люди, которые, скажем, по-людски относятся друг к другу. А вот поддержка войны, если вот брать общую, да, общее число людей, это хорошо или плохо? Это по-людски считается или нет? Вот когда человек говорит, я поддерживаю войну, я поддерживаю то, что делает мое правительство и власть, вне зависимости от того... Поддерживать можно только штаны и болт, когда, извините, нужно справляешь. Нет, почему? Если человек говорит, заявляет конкретно, я поддерживаю то, что делает сегодня моя власть, я поддерживаю то, что сегодня наши войска находятся на территории суверенной страны, например. Это же поддержка, правильно? То есть человек объявляет свою какую-то позицию, и эта позиция как-то тоже влияет на остальных людей. Я против войны. Любой войны, вообще просто против любой. А что людям нужно сделать для того, чтобы... Там спецоперация, вообще-то, если вы про Украину. Про Украину сейчас говорите? А вы как думаете, про что я говорю сейчас? Мне кажется, да, вот туда относитесь. А кто дает определение, спецоперация это или война? Вот как вы думаете? Кто это определение делает? Не знаю. А вы можете мне назвать войну или спецоперацию, при которой такая большая линия фронта, где участвуют самолеты, корабли, ракеты, снаряды, количество отсчитывается? Ирак, Сирия.
Так, Афганистан. Угу. Сколько они там в Афганистане проводили операцию? Афганистан — это была операция или война? Это была операция со стороны американцев. Они считают, что это была спецоперация. А вы знаете, почему она там была? Конечно, знаю. Из-за типа Усамы Бен Ладена. Да, терроризм. Они вот сейчас, когда бежали оттуда, они сказали, мы выполнили свою цель и свалили с позором, как говорят сами афганцы. Тем не менее, это называется война. Война в Афганистане. Так говорят все. Но они называют это тоже... Вот если, например, брать Ирак ранее, то, что вы сказали, операция вот в Ираке, да? За 30 дней сделали то, что хотели сделать в Ираке, да? В принципе, дошли... Пострадали люди. Нет, пострадали люди. А в Украине сегодня страдают люди? В Украине страдают тоже. Хорошо, тогда по-другому вопрос вам поставлю. А как вы относитесь к военной агрессии одной страны по отношению к другой страны? Военная агрессия — это и есть как бы вот это все. Вот. Специальная военная операция — это и есть военная агрессия, да? Ну, война вообще. Не, ну военная, я не говорю про войну, война, военная агрессия. Вот если в терминологиях мы сейчас не будем путаться, для того, чтобы быть точными, да, вот военная агрессия. Вот то, что сейчас происходит в Украине со стороны России, это военная агрессия. А то, что происходило на Донбассе, в Донецке, как это называлось? Кем называлось? Украины. Украины? А Донбасс — это часть территории какой страны? Его, да, террористическая операция. А Донбасс — это как часть какой территории? Донбасс — это часть какой территории? Это часть Украины. А Чечня? Ну, а если они захотели... А Чечня — это часть какой страны? Стоп. Ну, можно я? Не перебивайте, пожалуйста. Смотрите, например, они захотели отделиться. Кто они? Кто сказал, что они захотели отделиться? Донецкая область. Да вы что, серьезно? Кто был первый министр обороны и кто был первый, ну, скажем так, глава Донецкой Народной Республики, так называемой? Кто был первый человек? Знаете, вы начинаете вот эти темы, вы хотите меня... Нет, я вас спрашиваю. Нет, я вас спрашиваю просто, кто эти были люди? Ну, подвести меня под какое-то уголовное дело, наверное, скорее всего. Уголовное дело? Почему я должен вас подводить под уголовное дело? Я вас спрашиваю вопросы, которые, в принципе, лежат на поверхности. Из России? Что еще раз? Или из Украины? Вы из России? Нет, я не из Украины, я живу на севере, западного полушария. А вы где живете? На северо-западном полушарии. Где конкретно я живу? Я не говорю конкретно, я говорю просто... Если конкретно говорить, я живу к западу от Гринвичского меридиана. Я живу к западу от Гринвичского меридиана и к востоку от 180-го меридиана. Я живу по координатам 35.723.21.16. Давайте вернемся. Что такое военная агрессия? И как она определяется? А вы когда-нибудь думали про это? Хотели бы узнать? Не знаю, необразованный человек, простите. Хотите, я вас немножко просвещаю? Да, нет, я думаю, не стоит. Не стоит? А что сейчас? Украинец или русский? Я же говорю, я русский, не из Украины. Я же вам сказал, я не нахожусь в Украине. Я же вам уже только что... Кто в персональности? Ну, вот мне интересно. Вы знаете, что сегодня по миру, если вы спросите людей, вот в статистическом отношении, да, вы найдете очень много людей, которые живут в разных странах мира и которые поддерживают сегодня Украину. Почему я говорю слово «поддерживаю»? Потому что эта формулировка правильна. Они не будут находиться в Украине, но эти люди будут помогать Украине. Некоторые даже едут помогать именно военным путем отстаивать интересы суверенной страны. Такие тоже люди есть. Почему вы не поедете? Откуда вы знаете, чем я занимаюсь, что я делаю? Ну, я вижу, что вы сидите и... Как вы видите? В рулетке. Вы меня видите 10 минут или 15. Вот, я вижу, я с вами общаюсь, вы сидите в интернете. Но откуда вы знаете, что я делаю, когда выключаю рулетку? Не знаю. Поэтому не надо говорить, если не знаете. Я думаю, у вас времени не было бы на эти рулетки бы. Если бы вы поддерживали. Вы ошибаетесь. Я занимаюсь очень многими делами, и на рулетку у меня тоже хватает времени. Так вы нацист? То человек, который сидит в рулетке, это нацист? Ну, вы нацист, вы за украинцев воюете. Подождите секундочку. Давайте определение. Что такое нацизм? Дайте мне определение. Я вам скажу, нацист я или нет. Нацист? Да, что такое нацизм? Тот человек, который защищает свою нацию. Которые что делают? Другие нации, то есть. А я вас как-то принизил сейчас? Возвышают свою нацию и принижают другие. Я как-то... Во-первых, это не так, это не нацизм, ну нет, ладно. Я вас сейчас каким-нибудь образом унизил вашу нацию и возвысил свою? Ну, вы пытаетесь
Нет, пытаюсь. Дело в том, я сейчас объясню, почему я вас назвал. То есть, человек, вы... то есть человек, который защищает интересы суверенной страны, человек, который защищает международное право, с вашей позиции это нацисты. То есть человек, который с оружием... Подождите секундочку, помолчите две секундочки, дайте я скажу. Человек, который сегодня заходит со своей страны, то же самое, как это делала нацистская Германия, как это делал Гитлер, да? Вероломно напали на суверенную страну, при этом проводили учения. Когда их спрашивали, вы хотите напасть на суверенную страну Украины, Путин кричал нет, и вся его бригада воровская. А потом вероломно напали. И 141 страна в ООН проголосовали за то, что Россия сегодня является страной-агрессором и оккупантом. Причем здесь нацизм? В рядах украинцев, сейчас объясню, в рядах украинской армии воюет очень много нацистов, националистических. Так, нацистов или националистических? Нацистских, вот, нацистских батальонов, такие как Айдар, потом такие как Азов. А я сейчас еще больше вам скажу, что многие там, это русские, которые уехали из России. Назовите мне, как фамилия командира Азова? Редькин или... Редис, да. Он нацист? Я думаю, что да. Вы думаете или вы уверены? Что вы когда-нибудь... Он чем занимался до этого? Он был ультраправым каким-то этим фанатом. И большинство таких вот состоят вот эти батальоны. Что значит большинство? А я знаю, как бы, что откуда у вас статистика? Раньше, что за бред вы несете? Почему бред? Ну, потому что вы говорите абсолютный полный бред. Это неправда. Если даже есть люди, которые, например, есть у них какие-то наколки, да, условно говоря, нацистского характера, даже это не определяет человека как нациста. Вот в России есть человек, вот в России есть человек, который говорит, что я нацист. Русич, знаете, такая в России есть? В России нет ультраправых? В России нет людей, которые ходят с флагами и кричат «Россия для русских». Россия, как это они? А где они делись, все эти люди? А где они? Они в Украину уехали. Большая часть уехала в Украину. Для чего? Для чего они поехали в Украину? Кого попересаживали? Покажите мне человека, кого они попересаживали. Поддерживать режим Украины, который сейчас там вот этот. Русичи поехали за Украину? Вы что, серьезно? Не русичи. А кто? Русичи, я слышал. И вот что? Батальон, да. Да, человек сам говорит, я нацист. Они себя так и определяют, мы нацисты. Ну, в отличие, где все, он в Украине сейчас находится, и еще и кричит о том, бравирует всем этим. Он говорит, я нацист, и я сейчас... Так им сейчас попользуются, и все. Кто попользуется? Я не знаю. Не знаю. Вы слишком много чего не знаете, но пытаетесь спорить на тему, в которой вы никогда не разбирались и не знаете. Я абсолютно не спорю. Я ничего не знаю. Понятно. Много вас таких, которые все ничего не знают? Начали говорить про инновации, про технологии, перешли в политику, в эту грязную, которую, наверное, сами ничего не понимаете толком. Политика, геополитика и все такое. Вы хотите со мной поговорить про геополитику и политику? Вы молчали. Для того, чтобы... Вы давно поддерживаете людское, давайте скажем. Я понял. Я вас еще раз спрошу. Откуда вы знаете, что я делал, когда делал? Вы меня видите в первый раз в жизни. Вы так всегда людей определяете? Ну, вы сами сказали, что вы там какой-то волонтер или что-то делаете, помогаете там. Я сказал, что вы не знаете, чем я занимаюсь. Это то, что я сказал. Вы, не зная человека, даете ему определения какие-то, называете его там какими-то словами, нацист, не нацист, при этом вы не знаете... Я предполагаю. Скажите, когда нацистская Германия напала на Советский Союз, те, которые нападали, кто они были? Те, которые нападали, захватывали части территорий, как их называли этих людей? Нацист? Ну оккупант. Нет, еще как, оккупант. Так вот то, что сегодня Россия делает, это не то же самое? Нет. Как не нет? Знаю. Не знаю или нет? Нет. В чем разница? Не знаю. Вы что-то начали сильно нервничать. Почему? Не знаю. Спросите у своей аудитории. Не знаю. Все пишут, не знаю. Не знаю. Нас сейчас смотрит 500 человек, вы сказали. 100 человек. Не выкладываю. А сейчас? Я сколько? Вас а, вы. Это Россия, да? Всегда сначала нужно обмануть. Я понял. Ну, проверить, так сказать. Понятно. Ладно, живите с этим. Вы я зашел с таким настроением, подождите, можно секундочку? Зашел с настроением пошутить, поугарать там, не знаю. Ну, а вы сидите такой серьезный весь. Вот я вам скажу, как есть. Я, может, вы какой-то вклад делаете, чтобы помочь.
Ну, вы отправьте тогда гуманитарку, может, помогите людям, которые там страдают, которые это... Откуда вы знаете, чем я занимаюсь? Откуда вы знаете, что я делаю? Вот эти плохие, вот эти хорошие. Такого тоже не бывает. Бывает. Везде есть мрази конченые. Нацистская Германия напала, это плохие. Это агрессор. А Советский Союз... Они не все же немцы были такими. Немцы замечательные люди. Умные очень. Изобретательные. Кто-то с этим спорит? Много технологий. Вот. И не все немцы были такими. Давайте, а украинцы, смотрите, как говорят. Украинцы говорят, тот оккупант, который зашел на территорию Украины, будет уничтожен. Украинцы же не говорят, что мы хотим тоже себе территории российских. Украинцы говорят, выйдите на границы 91 года, живите как хотите. Нам все равно, как вы живете. Но и нашей земли мы вам не дадим. Это называется героический народ. Украинцы очень сильно, вот, допустим, когда они делали переворот, они очень сильно провоцировали Россию и Владимира Владимировича. Кто делал переворот? Я лично по телевизору это показывал. А, по телевизору? В интернете это показывали. Вот эти, да, оскорбления. А зачем оскорблять? Скажите, пожалуйста, в России... Зачем оскорблять? Кому принадлежат, кому принадлежат фразы «Россия для русских, Москва для москвичей»? Бей кого, спасай Россию. Да, нежданный гость хуже кого. Нежданный. Так вот, начните с себя. Сначала в России разберитесь с оскорблениями, кто кого оскорбляет, и какая нация себя возвышает. Мне, когда кто-то такой, если даже позволит сказать, я имею в виду, понятное дело, что какой-нибудь молодой человек мне не сможет не позволить такое сказать, то, что вы сейчас сказали, Россия для русских. Но если вдруг какая-то женщина там или какой-нибудь, ну, которого я не буду трогать, да, скажем, физически. Я вот так паспорт преподнесу и вот так вот потыкаю и покажу, вот, где я прописан, где я родился. Это все понятно, но и проблема все. В России в этом есть. И это знают все. Проблема... Но только Россия есть. Почему-то смотрит на Украину и говорит Украине, как ей нужно жить и как ей нужно со своим народом общаться. Украинцы сами разберутся. Я еще раз повторяюсь, извините, пожалуйста, что перебил. Я еще раз повторяю, что все ультраправые, вот эти ультрасы, я не помню, которые вот этой идеологии вот это есть, которые Зигхай, уехали в Украину. Я еще раз повторяюсь. Это ваша информация, просто... ваша информация недостоверная. Потому что есть нацисты, которые сегодня воюют в Украине на стороне России и открыто об этом заявляют. Покажите мне украинца, который открыто заявляет, что он нацист. А я вам покажу россиян, которые открыто заявляют, что они нацисты. Так ловят у них это свастики набиты. Набиты, да. Но сколько человек? Смотрите, было на Азовсталь, там говорили 2500 человек, да? Показали двух людей, потом там еще, по-моему, двух этих. А сколько есть человек в России с такими наколками? А сколько показали? Нет, так наоборот, если бы Россия хотела это показывать, то показали бы всех. Взяли, да, показали... Конечно, не будет. Россия, пропаганда российская, она настолько мощная и большая, что если бы она могла, она бы это показывала. Но только не может и не показывает. Сегодня люди, как вы просто задайте себе вопрос, почему народ Украины поддерживает свои вооруженные силы? Просто задайте себе вопрос. Вы думаете, что сейчас на стороне Украины воюют нацисты? Нет. Это те же программисты, учителя и так далее. Слесаря, обычные украинцы, люди, защищают свою страну с оружием в руках. Для того, чтобы нацисты со стороны России, оккупанты, не захватывали части территории. Это героический народ. А вот Россия сегодня выступает в роли той нацистской Германии, которая пришла... Скажите, пожалуйста, мне хорошо получается играть роль ватника? Да, хорошо. Похож. Значит, кстати, можно мне в актерскую, наверное, идти. Вы понимаете, вы сейчас такую тему заводите острую, которую я не буду на ней общаться так, как я думаю. Почему? Потому что вы, во-первых, записываете. Я не знаю вас, я вам особо не доверяю. Ну, вообще не доверяю, скажем так, как вы мне. Так вы же могли переключиться с самого поэтому начала. Я не буду говорить все как есть, потому что нормально адекватный человек, если нормально адекватный человек, он поймет, где правда, кто прав, кто не прав. Все. Все, я вот так вот выражу. Пускай каждый понимает, как хочет, и вы понимаете, как хотите. Я считаю, что это сегодня... Может, банальный пример привести. Но Америка, тоже те еще засранцы, я вам скажу. Я понимаю, что нельзя там сейчас это, причем здесь Америка. Но при том, вот Ирак я вам привел, Сирию привел, Афганистан и так далее. Я вас спрашивал я вас спрашивал именно поэтому о законности и о резолюциях ООН.
Вы знаете, какие были резолюции, например, по Ираку, по Ливии, по Афганистану? Именно резолюции. И как голосовала Россия за эти резолюции? Вы знаете, что Саддам Хусейн в свое время зашел на территорию суверенной страны Кувейт и захватил точно так же, как Россия захватила, например, Крым или части Украины. И сказал о том, что потому что Кувейт добывает нефть, ну так он сказал, Хусейн, на спорных территориях, поэтому он имеет право зайти на территорию суверенной страны и захватить ее. И тогда ему мировая общественность сказала, ты не можешь этого делать, убирайся со своими войсками обратно в свой Ирак. Он начал торговаться, и тогда коалиция проголосовали и ввели туда войска. Выбили Хусейна из суверенной страны и сказали, оставайся там. Если ты посмеешь делать что-то дальше, поддерживать терроризм или еще что-то, то мы на этом не остановимся, мы не закончили с тобой. После этого он начал продолжать спонсировать терроризм, угрожать остальному миру и так далее. И вот поэтому вмешалось опять мировое сообщество. Почитайте резолюции ООН, почитайте 3314, статья ООН. Это 1974 года. Нельзя сказать, что это, во-первых, это их не пропаганда. Чья пропаганда? Во-вторых, американская пропаганда. А Россия почему голосовала по Ливии, например? Почему Россия не голосовала против? Почему она проголосовала и воздержалась, например, по Ливии? Не знаю, без понятия. А я вам скажу, почему. Вот Америка вторглась, чтобы там не было, какие причины не были. И в результате погибло много людей. Ирак сегодня находится в тех же границах? Ирак? Я не знаю. Да, в тех же самых границах. Наверное. Не наверное, а точно. То есть Ирак, то есть Соединенные Штаты Америки не захватили ни одной, даже ни одного сантиметра ничьей земли. Вот Соединенные Штаты Америки как были в своих границах, так и есть. Понимаете разницу? А нацистская Германия зашла и начала захватывать часть территории и говорит, что теперь они наши. То же самое делает Россия сегодня. Причем и Соединенные Штаты Америки. Американцы не убили ни одного украинца. Понимаете? А вот россияне, люди, которые поддерживают сегодня Россию, они сегодня едут в Украину для того, чтобы... Сейчас, сейчас отключится. Вы здесь? Да, 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 я здесь. Зависло. Понимаете разницу? Россия зашла и начинает захватывать территорию. При этом Путин неоднократно говорил, что мы никогда, нам Крым не нужен, мы признаем границы Украины, мы никогда не будем ничего делать плохого, нам не нужны территории чужие, мы не будем захватывать территории. А потом все, что он говорил, он делал совершенно противоположное. Вот и вся разница. Да, я понял. Думайте, думайте, может быть, у вас будет возможность переоценить и сделать правильный выбор для себя. Какой? Подскажите. А вы подумайте, может быть, сами придете. Я же не могу за вас думать, правильно? Нет, ну просто, ну, как сказать, мнение свое. При сегодняшней совет. Ситуации, при сегодняшней ситуации нету никаких оттенков. Есть добро и зло, есть правда, есть ложь. И вот те люди, которые сегодня находятся на стороне правды, они об этом открыто заявляют. Они не скрываются и не боятся сказать то, что они думают. Потому что история это все будет помнить. Тех людей, которые говорили о том, что Путин молодец, Путин президент мира, откровенный мерзавец и убийца. Он стравил, в принципе, и сделал то, что он сделал. При поддержке населения, естественно. Потому что если бы население не поддержало Путина, начиная скажите, с Крыма... А что вы хотите от... Извините, перебью еще раз. Скажите, пожалуйста, что вы хотите от россиян? Ничего. Когда в прямом эфире в 90-е годы про Путина, вы Литвиненко знаете такого? Да, знаю. Слышали про Литвиненко? Да, отравили когда его. Когда он это все в прямом эфире все раскрыл, все сказал, никто ему не поверил. То есть этим людям правда не нужна. Поэтому эти люди теперь никто должны получать за это. Правда в одном. В чем сила, брат? В правде сила, брат. Все. Но это совсем наоборот, как бы. Этот Сергей Бодров для них идол. Они на него молятся, наверное, просто. Ватники всякие. Почему? Потому что он сказал, что эти слова сказал. Кто там сказал? На Ледовом побоище. Кто-то там сказал в каком-то году. И все это схавали. Кто там на Ледовом побоище был? Невский, да, по-моему? Он сказал, на Ледовом побоище это сказал Александр Невский.
Я вас слушаю. Мне просто интересно, что вы начали меняться в показаниях, поэтому мне интересно. Такое редко бывает. У меня в показаниях, как будто я, не знаю, сижу какого-то следователя. Вы, наверное, не поняли всю тему всего. Не я понял. Сказал насчет ватников. Кто сказал я вам? Насчет ватников поняли? Я здесь... Хорошо, я здесь смотрел людей... Я спросил вас, я сыграл ватника. У меня здесь были люди, сказали, которые то же самое говорили. У меня были люди, со мной общались, которые говорили, что я не ватник, а при этом все равно поддерживают Россию и поддерживают этот режим и топят за Россию. Я вам объяснил, просто вы, может, меня не поняли. Я вам объяснил, вы просто не поняли, что тем более вы, я говорю, записываете. Я говорю, что лишнего болтать не стоит вообще. И вы, как бы, я вам не доверяю. Вы можете переключиться в любой момент. Свое мнение какое-то. Поэтому свое мнение говорить там, скажем, искреннее, истинное мнение свое. Зачем? Понятно. Но правильно? У вас есть кнопочка переключиться, вы могли сразу переключиться. Что адекватный человек сам будет, сам нормальный, адекватный человек поймет, кто здесь прав. Кто здесь прав, за кем правда и кого поддерживать надо, как бы скажем. Хорошо. А что нужно делать сегодня людям в России, которые не поддерживают Путина? Ваше мнение. По большому счету, наверное, надо бежать. А что еще делать? Мне интересно ваше мнение. Только бежать надо? Да, это точно. А как вы думаете, для украинцев бежать. Это будет облегчение, если россияне будут бежать? В какой-то степени, да. Записано. Да ничего не болтал такого. Да не, вы были как огурчик. Вы такой путинист конкретный, все хорошо говорили. Вам ничего не будет. Вас еще будут, ордена будут вам выдавать за то, что вы говорили. Ладно, я не буду вас больше... Фига нацистов, там нацисты. Украинцы ходят и говорят, мой вольфюрер. Я вольфюрер, или как там? Да. Ребята, мы вас поддержим. Сила в правде. Вы же понимаете, что я прикалываюсь, как бы это. Я понимаю, серьезная тема, как бы. Вот. Но все-таки. Даже когда в Чечне война была, были в России люди, которые поддерживали Чеченскую республику, например. Были такие. Те люди, которые смотрели в будущее, да, естественно, не видели, чем это может закончиться. А были в Чечне, говорят, такие бабушки, которые русские. Которые видели, как летят самолеты, говорили, наши летят, все вам хана. Выбегали, кричали, ребята, их прям эти самолеты. Такие были. Очень много было всего вот как раз таки такого типа, там наших ущемляют и так далее. Но ровно такая же схема. Я думаю, эта схема применима. Ко всему СНГ. Почему? Потому что во всем СНГ много русских. По своей неволе, можно сказать, некоторые. И им получить здесь гражданство, тяжело бывает. Смотрите, как интересно получается. Вот, например, балтийские страны, они успели вырваться. Они сейчас страны НАТО и нормально живут, и все в порядке. Извините за выражение. Какую фразу я один раз встретил из Латвии или из Литвы? Он, короче, родом из России. Говорит, я хочу, чтобы сюда Россия поскорее пришла. Я говорю, какая же ты гнида конченая. Я говорю, возьми чемоданы, собери и съеби в Россию. Я говорю, в чем проблема? Я говорю, в чем твоя проблема? Почему ты хочешь, ты беду хочешь накликать? Я говорю, есть, не дай бог, придет туда. Я говорю, чтобы тебя, первого попали. Прилетело. Говорит, я езжу в Беларусь, кайфую там от цен. Тут вот так, всяк вот. Цены растут, как на дрожжах, каждый день. Здесь не растут только зарплаты. Бензин подорожал хрен знает на сколько. А дизель есть у вас? По-моему, бензин дешевле. Как у вас с дизелем? Дизель вообще поднялся на сколько там, на 20 рублей, что ли. Сумасшедший просто рост на дизель. А если поднялся на дизель, я понимаю, что это конкретно на все влияет. Потому что вся продукция доставляется как? Продукция, техника, да все.
А мы тут держимся за экономику. Здесь держится на, не знаю, на вот этих вот как раз таки ватниках. И держится. На вате вот этой. Там КБшники, наверное, уже выехали. Да, никто не выехал. Ладно, я пошел дальше. Подумай. Да, обещайте, что мне, ну, не будете выкладывать. Я что сделаю, я закрою вашу внешность, вас никто не узнает. Я искажаю внешность. Серьезно? Да. Даете слово? Даю слово. Тогда слава Украине. Героям слава. Все. До свидания. Интересно, да, ребята, как получается? Очень интересный разговор. Говорил те же самые слова, что говорят все остальные. Видите, как бывает, друзья? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы видите этого человека. Мне интересно почитать ваши комментарии. Я вам желаю, как всегда, всем добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.